лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Солнышко взойдет.
греет одинаково. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Сергей и Наталья Русанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу задам вопрос, который у меня родился, пока слушал эту песню. Почему мы выбрали эту песню именно? Потому что мы любим нашу Родину. Потому что, наверное, это молитва человека, а эту песню написал Александр Розенбаум. Это молитва певца, молитва творца песни. Молитва творца творцу, по сути. Земного творца земного, творцу небесному. И, конечно, это вот молитва, наверное, о мире, о нашей Родине. И она актуальна, да, сейчас особенно? То, что происходит. Сейчас, конечно, да, и, наверное, вот как-то мы эту песню вообще выбрали 2 года назад, когда мы готовили программу «Духовная музыка», 21 век, у нас был такой концерт, и по крохам, можно сказать, выбирали из современных песен вот такие вот шедевры. Их сейчас не так много. Вы муж и жена, и я уже сейчас понял, что вот, особенно по последней ноте, тембрально, что у вас так тембры совпадают. Вы как друг под друга подстраивались или вы так нашли друг друга по тембру голоса? Как вы друг друга нашли? Интересно. Ну и то, и другое. Конечно, мы много занимаемся вместе, поем, выступаем. Конечно, мы уже и подстроились друг спелись под друга. Разумеется, мы и нашли друг друга, занимаясь церковным пением. Вот так получилось в нашей жизни пение. То есть музыка нас помогла найти друг друга, она же нас и теперь дальше связывает в нашей жизни и в профессиональной жизни также. Ну, вы, простите, вы ощущаете себя, вот моменты, когда вы ощущаете себя счастливыми? Конечно. Да? Да. Поэтому нам так не хватает многим. Мне многие говорят: отец Анатолий, ну я не видел счастливых семей, это же не бывает. Я говорю: ну ты же по себе судишь, ты живешь в таком окружении. Выходи в живую жизнь, ищи. Ты замкнулся в себе, в своих мыслях, в своей комнате. Ну, наверное, все-таки счастье, оно достигается трудами, потому что это не просто быть счастливым, и все-таки семья – это труд большой, это труд быть терпеливым, снисходительным. Ну, это индивидуально еще счастье у каждой семьи как-то все-таки. Кто по-разному ощущает. Вот, разумеется, это у кого-то там это счастье и в творчестве проявляется, у кого-то в воспитании детей, там еще вот в разных моментах житейских. Ну, за все надо благодарить Бога, да? Да. Господь вас соединил. Да. Я еще заметил, что Сергей вот на правой руке от удара молотка, наверное, следит, да? И вы сейчас созидаете дом свой, да, таким образом? Тебе приходится самому работать? Да, в перерывах вот между ударами молотка беру гитару, вот если есть силы, играем и поем. Гитара – любимый инструмент, да? Так как она мобильная и… Ну, практичный очень сейчас в моей профессиональной деятельности. Рояль с собой трудно. Да, конечно, притащить. Да. Она весь оркестр заменяет. Вот. На рояле я могу играть. Вот, мы так, кстати говоря, меняемся. Как-то так вот тоже получилось. Случайно, все-таки не случайно, что мы можем петь и в дуэте, да, с гитарой, вот, а можем петь и с пианино, потому что я еще пианистка, и на серьезных концертах могу я и аккомпанировать. Как-то, ну, так очень удобно. Ну, сейчас решили не брать рояль с собой больше. Ну, я понимаю. Ну, сейчас есть надувные рояли, но они очень дорого стоят. Хорошо. Ну, вы им посоветуйте нам потом. Вы еще что-нибудь споете нам? Да, мы как раз споем сейчас песню о православных святых, о наших святых Петре и Февронии, покровителях семьи. И 8 июля праздновался этот праздник Петра и Февронии. Кстати, хотела тоже сказать, что очень приятно, что такие праздники
День семьи отмечается всесторонне сейчас в нашей стране. Да. И показываются концерты, в которые как раз воспеваются эти добродетели семейного счастья. Памятники ставят, да. Да, слава... Все больше и больше значения. Слава Богу. О счастье семейном молятся по всей православной России, муромским чудотворцам, чтоб у Господа и спросили надежду, любовь и веру, и верность друг другу до гроба, и за гробом тоже примером они нам сияют оба. Надежду, любовь и веру, и верность друг другу до гроба, и за гробом тоже примером они нам сияют оба. Жизнь во все времена похожа, те же требы у каждого века, то же горе и счастье тоже, искушение у человека. Чтобы тьма не закрыла солнце, чтоб не множилось беззаконие, за нас с вами усердно молятся Петр и Феврония, зажигая сегодня свечи, и сердца любовью зажгите, чтобы были бы вместе вечно, заступничество и спросите, и дарите ромашки любимым знаком верности и чистоты. Пусть станут навеки отныне русского поля цветы. И дарите ромашки любимым знаком верности и чистоты. Пусть станут навеки отныне русского поля цветы. Пусть станут навеки отныне русского поля цветы. Пусть станут навеки отныне русского поля цветы. Господи, любите Родину, да, нашу Россию? Очень. Родину любим, и могу сказать, что не променяем и не променяли бы, наверное, никогда. Хотела бы рассказать пару слов о том, где мы были недавно. Мы ездили в такое интересное место. Их в России очень немало, и об этих местах мало мы знаем. В Орловскую область, где среднерусская возвышенность, холма, поля, реки. Были в гостях у Ивана Сергеевича Тургенева в его усадьбе, где он вырос, у Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. И, конечно, когда ты бываешь в таких местах, то ты вдохновляешься и вот обмениваешься с природой, с этими благословенными местами, какой-то вот такой хорошей энергией. Сереж там даже вот стихи написал. Да, батюшка, это дело следующих песен уже, следующих передач. Я не могу сейчас воспроизвести их, но вдохновение там посещает, слава Богу. И мне очень интересует, а вы встретились давно уже? Мы знакомы уже 10 лет, и я пришла в храм, уже Сережа пару слов сказал, я как раз хотела очень петь в церковном хоре. Угу. И мои друзья меня привели в храм Петра и Павла в Знаменке. Знаменка – это под Петергофом. Там служил такой батюшка Евстафий. Вот. И Сережа там был регентом. И как бы он как раз вот, что ли, научил меня основам церковного пения. И мы как-то вот так уже стали и дружить вместе, и петь вместе. Петь вместе дело, уже как бы гораздо позже, но вот именно на, как бы в церкви и на основе, что ли, вот церковного пения, да, мы и познакомились. То есть так это было случайно, и промышленно. Наташа познакомила меня с преподавателем вокала, собственно, откуда и началось
дальнейшее профессиональное какое-то склонение. То есть ты пользовался как талантом, склониться, да? Склоняться к профессиональному, профессиональной деятельности в области музыки. Потому что я тогда этим не занимался, работал, где только не работал, там, на наемной работе. Вот. И Наташа вдохновила, конечно, заниматься музыкой. Ну, она музыкальный человек, любит вот романс, оперную музыку. Молодец вообще. Я тоже хочу поделиться с вами песней. Слушая вас, у меня всколыхнулись разные воспоминания. Сейчас лето, такая благоприятная пора для человеческих чувств. Вот я вспомнил самого себя в юношестве. Это одна из первых моих песен, которые я вообще сочинил. Это первое чувство. Вот, и я сейчас попытаюсь воспроизвести, как тональность такая юношеская, поэтому прошу меня простить, если мне еще не получится. Лед не сошел еще с озера. Вот мы с тобою одни. В эти юные дни, в эти вешние дни идем дорогой весны. Идем дорогой весны. Весна подарила нам радость, весна разбудила мечты. С неба звезды падают, с неба звезды падают, превращаясь в цветы. Превращаясь в цветы. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Очень светлая песня. Да, так все начиналось. Угу. Глядя на вас, у меня такие чувства возникают, светлые. Берегите друг друга. Да. Спасибо. Свои чувства. И тоже вот светлые мелодии, да, надо как можно больше, чтобы было светлых и добрых мелодий. Да, Башка, мы, может быть, мы у вас позаимствуем тоже, на самом деле. У меня недавно по интернету пришло письмо. Значит, Баюшка, можно исполнить вашу песню? Благословите. Вот. Ну, понравилась песня «Как хочется чистоты». Такая песня у меня есть. И девушка аранжировала, прислала мне. На рояле играет, и там и флейта, и немножко ударных. И так... Красиво очень получилось у нее, ну, по-своему. Так что мне это очень порадовало. Потому что вот я тоже хочу в своих песнях передать эту тягу души человеческой к чистоте, простоте, таким теплу. Вот. Хотелось бы услышать еще что-нибудь в вашем исполнении, что там приготовили. Да. Мы тоже стараемся выбрать светлые песни. Почему светлые? Почему не о сложностях жизни? Потому что, как говорил, по-моему, Михаил Пришвин, давайте умножать добро, а не говорить о зле. То есть если мы будем говорить о добре, то оно и будет. Очень-очень светлая песня. С полуслова, с полувзгляда. —
небо бывает и хмурым, и ясным. Радость бывает, бывает беда. Что б ни случилось, любви никогда не погаснуть. Если любить, так любить навсегда. С полуслова, с полузгляда горные кручи. Ярче полночная светит звезда. Пусть никому на земле повторять не наскучит. Если любить, так любить навсегда. Задаю разные вопросы, неожиданные. Вот представьте себе ситуацию, служба в храме, да, идет служба, все причастились, исповедались, причастились, послушали батюшкину проповедь, выходят на улицу, а на улице стоит эстрада, стоит самовар, вот. И люди пьют чай, и начинается концерт. Выступает семья Русановых, допустим. Или Ольга Брачина, или Валерий Малышев, или еще кто-то. Да? Ну, такие наши православные. Это, как вы думаете, это имеет место быть вот именно в православной церкви? Продолжить общение после храма – это... Ну, не то, что обязанность христианина, но, по крайней мере, это... Очень органично вписывается, мне кажется. Объединяет приход. Общая, да? Трапеза и общее какое-то песенное содружество, оно действительно объединяет всех людей. Это очень единение такого не хватает. Все я помолились, вас приглашаю на такой концерт. Я построил рядом с храмом эстраду. И сейчас делаю попытки. Вот это такая особый вид миссионерской деятельности. Потому что люди еще вокруг слышат, и для них это как повод зайти в храм. Те, которые только присматриваются, они пришли, свечечку поставили, послушали концерт, что-то в сердце у них
тронуло их сердце, и в следующий раз они уже не будут, для них не будет препятствия подойти к храму. Вот с этой целью такой, как вот святейший патриарх потом говорит, что надо сейчас идти в народ. Не только конечно, оставаться в ограде, а надо таким образом проповедовать. Вот, и если Господь дает нам талант, да, вам в частности, что, и вот таким образом тоже нужно, это тоже миссионерское апостольское служение. Да? Так вообще надо ощущать свое вот, ремесло даже как служение, я думаю, как музыкантам. Вы поддерживаете, да, такую точку зрения? Конечно, конечно, с удовольствием примем участие. Так и в первую очередь, таким образом, мы и должны привлекать тех людей, которые не в церкви, которые мало знают о Христе такими концертами, потому да, что они не пойдут на концерт духовной музыки, это точно. И наше дело как раз вот как можно больше людей охватить мир. Чтобы они да, видели, что мы такие же люди, они какие-то да, фанатики или что-то, как такое представление у них испорчено. Консервативности такой, угу, в плохом смысле. Да, да, да. Что церковь жива. Ну, да, царь как... Давид сам играл на гуслях, ну, в смысле на псалтире. Жалко, что опять я каждый раз жалею, что мы ограничены временем. Пролетело полчаса, как... Уже пролетели, да? Жаль, конечно, но мы с радостью продолжим в дальнейшем наше общение. Спасибо вам за ваши песни, батюшка. И вам за ваши. Я с великим удовольствием слушаю, восхищаюсь талантом, который Господь дает человеку. Так что вам надо беречь друг друга и свой талант. Спасибо. Стараемся. Вот. Держите мир. Да, спасибо, Господи. Мир в душе. Это очень важно. Особенно сейчас. Беречь друг друга. Божьей помощи, Божьей благословения, но труды спасибо, творческие. Господи. Ну и ждем вас на эстраде. На эстраде, на эстраде вашего храма. В храме святителя Василия Великого в Осиновой роще. На этом наша передача подошла к концу. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. С нами были Сергей и Наталья Русанова. Божьей всем помощи, Божьей благословения и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо, Господи. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.